Добрый день, меня зовут Пунегова Ольга, я дизайнер интерьера. Сегодня мы находимся на одном из моих объектов, и я бы хотела рассказать про кухню. Это мой первый проект с компанией Gaston, это удачный проект. Мы решили доверить самый сложный элемент интерьера – это кухню. Сложный, потому что он технически сложен, это достаточно знаковый объект в интерьере. Но мы не прогадали. В общем, кухня получилась такой, как мы ее задумали. Вся квартира выдержана в природных оттенках, и кухня не стала исключением. Цветовая гамма кухни – приятный светло-серо-бежевый оттенок верхних шкафов и достаточно глубокий, сложный зеленый оттенок нижней базы. Несмотря на то, что низ кухни темный, а верх светлый, это как раз добавляет легкости и воздуха этой кухне. И за счет того, что верхние шкафы доведены до потолка, кухня выглядит гораздо выше, и в целом высота помещения тоже кажется гораздо выше, чем она есть на самом деле. Еще интересный элемент, который мы добавили, это полочки, которые тоже облегчили визуально эту кухню. Позволили добавить немножко декора, разнообразить этот проект, чтобы кухня не выглядела совсем скучной, белой. Еще хотелось бы сказать, что есть и другие интересные элементы на этой кухне. Например, мы вписали микроволновку в этот пенал, чтобы скрыть короб вентиляции. Ну и вот, в общем, такие интересные фишечки появились у нас в проекте. Хочу сказать, что очень довольна работой с компанией Gaston, и я думаю, что это наш не последний совместный проект. Будем работать и дальше.